Давай. Раскручиваю еще. Выкрутите этот. Выключи насос, Миша, на него. Насос выключи. Да что ты делаешь? Миш, уйди. Откуда он что-то тянется, что ли, блядь? Масляный насос. Зачем тебе топливо? Да. Да вряд ли. Да ничего не отдохнет, ему надо этот, блядь. Найти баллон, принести, да и все. 2 минуты на. Так. Резина новая. Цилиндр. Я вам говорю, что этот. Хрен его знает, он тут остался. Ну, давай, вот сейчас. Рамку делали. Отвал. В этом. На вагонзаводе, то есть они сделали сюда проставки ставятся. Красна, да, не накаливай? Да, да. Вот она накалилась. Ну, давай, крути. Насос здесь поменяли и фильтр он поставили, а так все заводское, даже вон крылья. Ну захерачите мой аккумулятор нахуй, да и все. Некому же сходить за этим баллоном, ну. Давай с толкача, может. С толкача может, давай, Игорь, толкнем его. У Игоря уже все, поехало, стоит. Мы отправляли его. Оттуда вот, с толкача его пытались завести. Цилиндр, мне кажется, такой же стоит, как на спереди. Сейчас я с той стороны его сниму. Они одинаковые, наверное, по длине. Да. Вон они один и тот же длины. Здесь вот все сделано профессионально. Сейчас, подожди. А, он шток обрезал? А как же тогда он закрывает, открывает? А он вот здесь вот обрезал его, прямо там. Само крепление? Да. А что, слишком сильно ворочает? Да, вот так вот было. Мы тогда батьку на него делали. Так тогда он его внутрь будет ломать, закрываться. Не, а он поршень просто до конца доходить не будет. Все. Ну, а нагрузку ты будешь давать нам? И то мало обрезали еще. Навеску я не знаю, такая она или не такая. Эти растяжки. По-моему, саракановские, да? Это трактор бывшего детского дома. Мы 80-ку точно такую же сдали. Посмотри, сколько вот часов на нем. Это тракторист. 3 года учился. Механизатор. А где на Т-40? Ага. С стороны, блядь. Ага. Счетчик. А он не работает, нет. Не работает, да? Нет. Ну сколько он там? Всего 764. Вот так. Тогда внутренности все выкидывались. Да? Да. А там какие внутренности? Вроде что разбирал, что-то хотел сделать. Ну вот такой вот. В родной.
Сейчас вторую серию. Сейчас 5 минут погреем, попробуем завести, то есть как работает. Ладно, в общем, поджигаем. Поддон маленько прогреем. 5 минут постоим и покажу, как он заведется. Ладно, смотрите. Так, погрели, сейчас посмотрим, как он что будет. Крутина. Все, еще раз берем. Погрейте еще раз. Попытка номер 3. А, чуть-чуть прогреть его надо было. Он вытаскивается и потом. Он так не включить, нахуй. Включил? Да. За 2 года, за полтора, первый раз, блядь, выезжает. Быстрый старт номер 2. А, еще холодное все.
и все, загонять его. Сейчас прогреется маленько. Да поставить его. Ракета. Нульсовый. Хранение. Все, это длинное будет.